Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme Note 60, и сейчас я покажу вам, как поменять обои. Так, сводим два пальчика на экране, либо зажимаем пальчик на экране, выбираем обои. И здесь мы можем нажать «Сменить обои». И далее можем либо выбрать что-то из системных на устройстве, либо можем перейти в наши фотографии и выбрать что-то из галереи, допустим, либо из Google Фото. Я выберу, думаю, что-то из системных все же. Выбираю картинку и нажимаю на галочку. И выбираю, на какой экран установлю данные обои. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.